28 мая во всей стране празднуется День пограничника. Первая погранохрана была создана 97 лет назад. В Нефтекамске имеются свои герои среди офицеров погранвойск. Одним из таких воинов является Рустам Назаров. Майор в отставке с 1983 года проходил службу в Советской армии. В настоящее время Рустам Худайбердиевич работает в управлении образования Нефтекамска и является председателем организации «Боевое братство». Здесь он занимается развитием спортивного и военно-патриотического воспитания современного поколения. Сегодня, в преддверии Дня пограничника, я хочу поздравить всех, кто носил зеленые погоны, всех, кто гордится зеленой фуражкой, всех, кто ходил по границе, с этим замечательным праздником, с 97-летием пограничных войск России. Желаю вам всем крепкого здоровья, успехов в жизни, удачи и спокойной, благополучной жизни в своей семье.